В самом сердце Мехико. Мехико-сити. Мы делаем видео, но я не знаю, что сказать. Паша просто сказал, идите там. Да, хотим вам показать, как тут вот, какие небоскребы. Да, потому что тут модерн тоже есть. Да. Современный город, такой мегаполис. Так что вот так. Мего. Жизнь мексиканская. Мексиканской столицы. Детка. Йоу. Йоу. Дед. Вот мы пришли с Машей, это археологический музей. Это переселенцы переселялись. Да. В этом музее находится большая часть мексиканских древностей, найденной в процессе раскопок. На территории современной Мексики в древности существовало большое количество развитых культур, разделенных временем и расстоянием. Такие как ольмеки, сапотеки, ацтеки и, конечно же, майя. Некоторые из этих культур активно взаимодействовали, торговали, воевали, порабощали и завоевывали друг друга. Другие же культуры существовали задолго до уже хорошо изученных народов. До сих пор исследователи не могут расшифровать некоторые языки древних индейских племен. Все это древнее культурное наследие Мексики можно увидеть в Национальном археологическом музее. По нашему мнению, посетить этот музей обязан каждый турист, приехавший в Мехико. Вот наш заключительный день сегодня в Мексико-Сити. А завтра возвращаемся? Завтра уезжаем, так что мы идем сейчас в этот кафедральный собор. Первый камень этого собора заложил сам Эрнан Кортес, завоеватель Мексики. После поражения ацтеков на месте храма бога Уцлапочтла была построена эта церковь. В этом соборе находится самый крупный орган в Латинской Америке. Следующая остановка – это район Мексико-Сити Сочимилько. Этот район был очень популярный у туристов в 80-х-90-х годах. Тут они строили, короче, всякие на своих островах, на своих сады, там сидели всякие овощи, фрукты. Да, так что вот так вот. Вот так же и столица Европы, примерно, как это сейчас время. Cuando estás conmigo y con tus caricias me quitas el frío y no
es coincidencia que te quiera tanto. Tú me das motivos para amarte a diario. Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio. Quiero disfrutarte de pies a cabeza. Quiero saborearte todita completa. Comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia. Меркадо Рома, или Римский рынок, находится в районе мексиканской столицы Рома-Норте и представляет из себя скорее такой фуд-корт, нежели рынок в классическом смысле. Здесь можно попробовать не только блюда из различных регионов Мексики, но также здесь большой выбор интернациональной кухни. Главным религиозным центром всей Мексики является базилика Святой Марии Гваделупской, которую мы сейчас и посетим. Такая вот кислота. Все бабушки мексиканские фотографируются. А весь ажиотаж в этой церкви происходит потому, что здесь находится икона Марии Гваделупской, на которой она изображена очень смуглой. Посмотрите, как тут все выглядит днем. В центре Мехико днем всегда огромное количество народу. Когда-то столица Мексики считалась самым густонаселенным городом планеты. Последней достопримечательностью в Мехико, которую нам удалось посетить, оказался Национальный дворец. В свое время это здание являлось резиденцией испанского колониального правительства в Мексике. А теперь вас ждет краткий курс мексиканской истории в иллюстрации Диего Ривьеры. Первые индийские племена появились на территории Мексики в середине первого тысячелетия до нашей эры. Развиваясь, эти племена создали такие цивилизации, как альмеки, сапотеки, майя и ацтеки. Ацтекская империя подчинила себе многие племена, простираясь на сотни километров. Это была воинствующая цивилизация, которая возвела в культ войну и массовые человеческие жертвоприношения. Испанцы открыли Мексику в 1511 году. В 1521 году во главе с Эрнаном Кортесом европейцы при помощи различных индийских племен завоевали столицу ацтеков, город Теночтитлан. В 19 веке Испания была завоевана Наполеоном. Это послужило причиной начала борьбы за независимость в Мексике. 28 сентября 1821 года была провозглашена независимость Мексики от Испании. После войны за независимость в стране наступил период нестабильности. В 1822 году была свергнута монархия. В 1848 году США оккупировали 2/3 территории Мексики. В 1910 году под лозунгами возвращения земли крестьянам и освобождения от гнета иностранного капитала в стране разразилась революция, что впоследствии привело к принятию Конституции Мексики в 1917 году. Летим в Канкун мы теперь назад отдыхать уже. Надоел нам этот хащевинька всякая и месть этого Монтесумы. Еле отдохнем. От нее просто лаги не спали. 10 дней мы не высыпались почти. Нигде. Выспимся, кушаем с кослотом.
ждем нашего шаттла. Да, поедем сейчас all-inclusive. Вообще не закончился. Вот приехали мы в новый отель. Да. Наконец-то. Наш all-inclusive. Первая такая ванна. Так что вот. Ну, опять что у нас наша ванна была, но мы ее не пользовали. Так что вот. Ты все рассказываешь. О, нас тут диванчик. Вот на этом диванчике буду лежать и пить Рон Аньехо. Вот такой вот. Вот пипаки. Или что это не с текила? De los Rados. Охренеть. Все включено и ничего не выключено у нас. Бедный вид на жирного дяденьку. Сегодня мы собираемся ехать шипах смотреть. Да. Здесь увидим. Вот мы с Машей ехали в Акмаль. Да, искать черепах. Сейчас посмотрим. Да, я черепахин.